Если единственное препятствие, которое стоит между вами и занятиями спортом, это то, что рядом нету спортивного зала, так вот все, нету больше этого препятствия. Новое, захватившее всех направление в спорте, такое, получившее название от того, что ты работаешь, занимаешься спортом на улице, воркаут, подразумевает, что ты выходишь к турнику, ну или не совсем к турнику, а к тренажеру, который стоит на улице, и даешь ему. Именно такие люди у нас у него в гостях. Тренер по воркауту Артем Важуй и Маргарита. Ты просто занимаешься воркаутом, да? Пока да. И Маргарита Кусакова тренируется у Артема. Встречайте. Ребят, привет. Сразу, и, знаешь, сразу хочется сказать, красивое название воркаут. Воркаут красивое да, слово, красиво. Да, так и есть. Поэтому пошли заниматься. За названием тоже пошла. Я ничего не перепутала. Что-то, давай, объясните, что такое воркаут? Воркаут, если переводить с английского, так оно пришло с Америки, это работа с собственным весом непосредственно на улице. То есть достаточно турник, брусья, какие-то подручные средства, то есть это можно на тротуаре заниматься, то есть какой-то, скажем так... Специализированного ничего не нужно, да? Ничего нету. То есть если брать Америку, то они занимаются абсолютно в любых условиях, то есть это если дождь, снег, то есть без разницы. То же самое и мы занимаемся. Артем, то есть это ты из Америки привез? Нет, вообще есть человек, который внес, скажем, такую частичку этого направления в Украине. То есть, как Денис Минин, очень сейчас популярная личность, о нем все сейчас знают. Вот. И с Украины плавно перешло к нам примерно в 2010 году это направление. И вот ребята очень начали активно смотреть ролики и приспосабливаться. А ты вообще какое-то образование получал вот в этом виде спорта? Нет, все я это сам нарабатывал. Угу. То есть где-то смотрел ролики, где-то читал, где-то общался с разными людьми. Ну и постепенно такой спектр базы у меня получился, и я уже начал активно тренировать людей в этом. Маргарита, а ты как к Артему попала? Я на самом деле абсолютно случайно узнала о тренировках через соцсети и написала Артему. Первый раз решилась, это был ноябрь месяц, было уже достаточно холодно на улице. В ноябре? Вот, да, в ноябре. Угу. Это... было на самом деле тяжело. Я сейчас вспоминаю свою первую тренировку, я даже не ожидала от самой себя, что пойду на такое. А в чем бы тяжесть была? В чем тяжесть вот этой тяжесть тренировки? Тяжесть была, наверное, в том, чтобы перебороть свой какой-то страх вот этого вот холода, некомфортных условий, выйти из зоны своего комфорта и все-таки начать с собой заниматься серьезно. Вот в этом была сложность. И что ты почувствовала после первой тренировки? Вот она уже заканчивается. Мокрая форма. Вот еще пять минут. Никогда в жизни больше сейчас вот эти пять минут доживу, а дальше все пока. Или как? Нет, было не так на самом деле. Я занимаюсь с ребятами из Федерации воркаута, которые создают на площадке какую-то абсолютно невероятную атмосферу. Вот. И они поддерживают себя всегда, как бы сложно ни было. У меня нет ощущения того, что мне тяжело, мне лень. Маргарита, что значит невероятная атмосфера? Далее. Мы бы тоже с этой пошли на такой воркаут. Как такой воркаут, так Марушка, понимаешь, ходит, а? Сначала показывала нам все решения. Сколько у вас таких парней там? Очень, на самом деле, много. Так, поподробнее, в каком месте, в какое время, я уже готова. На самом деле, у нас нет ограничений к возрасту, к полу, чтобы присоединиться на тренировки. То есть, может прийти абсолютно любой желающий. То есть, если человеку даже 70 лет, он может прийти. И мы видели там мужчину, да? Да. Инстаграм, но обязательно подпишусь. А те, кто вот не знают тебя, как узнать, где, как, в какое время, сколько стоит, как, что? На самом деле у нас существуют социальные сети и также сайты, где можно нас найти. Как найти тебя в социальных сетях? Что писать, Маргарита? Пишите «Молодежная федерация воркаута». «Молодежная федерация воркаута». Все, понятно. Если пишем, кто-то, да, если кто-то не владеет, допустим, и нет, например, интернета, да, или не знает, как пользоваться социальными сетями, где вас найти, в какое время? На самом деле у нас только одно место, и оно официальное с 2014 года. То есть это парк Марата Козея. То, что был сюжет, это и есть этот парк. В парке Марата Козея специальная площадка, да? Да, она называется как раз «Под воркаут и сделано». Вот эта площадочка, то есть может прийти любой желающий, даже если брать летний сезон, то есть проходят желающие, то есть кто-то с детьми приходит, и нас видят, такую тусовку, что занимаются все и сразу присоединяются. Не каждый день, наверное, или каждый день? Кроме понедельника и среды, каждый день. Пять дней в неделю? А во сколько?
18 часов у нас начинается, ориентировочно 2 часа, до 8 часов у нас проходит тренировка. Маргарит, ну ты с подружками ходишь? Или завела себе друзей там? А ты бы взяла себе подружку? Я пришла на тренировку одна, но в процессе тренировок, конечно же, познакомилась с девчонками, которые занимаются вместе со мной. Мы друг друга очень поддерживаем, мотивируем своими результатами и в процессе. А ты чем вот в жизни занимаешься, кроме воркаута? У тебя я это же хобби, профессии, правильно? Ты по профессии. По профессии я маркетолог, работаю в фармацевтической компании. Помимо спорта, работы, я еще занимаюсь фотографией на любительском уровне. Вот. Маргарита, чего ждешь от воркаута? Вот какая-то цель поставлена, к чему ты идешь? Изначально я пришла в воркаут для того, чтобы укрепить как-то свой характер, для того, чтобы морально стать сильнее. Потому что я пришла поздней осенью, как я уже говорила, я понимала то, что будут определенные сложности из-за того, что впереди зима, тренировки проходят на улице. Я была к этому готова и, наверное, в тот момент взяла все в руки, приняв такое решение. Начала заниматься, какого-то определенного уровня достигла. И ну сейчас какого? Стала... Вот, мы все слышим определенный уровень. Что это за уровень? Ты стала сильнее, меньше стала болеть. А что конкретно ты увидела за изменения? У тебя изменилась фигура, ты стала более женственной или наоборот, более выносливой? Что конкретно? Насчет фигуры я могу сказать, что внешний вид — это только такая вершина айсберга. Это как дополнительное такое преимущество, потому что то, что стоит за всем этим, намного больше. Я ощущаю себя по-другому, я чувствую внутри себя гармонию, я стала намного счастливее в первую очередь, и это основное. Ребята, давайте позовем большой город, звоните нам 237-0186, расскажите, чем же вы занимаетесь? Йога, стретчинг, воркаут, не знаю, может быть, просто гимнастика дома. Набирайте нам, рассказывайте свои истории. Артем, скажи, а ты вот видишь по человеку, приходит новый человек, да, ты видишь, сойдет он с дистанции быстро, или это ваш клиент, который надолго завис и стал адептом, как сейчас принято говорить, этого направления? Ну, на самом деле, тут существует небольшой такой критерий. Сначала человек должен сам понять, зачем он пришел сюда. Говорит, он желанием вообще заниматься, потому что все привыкли, то есть обычные тренажерный зал, где тепло, комфортно. То есть мы выбираем те условия, которые некомфортны. То есть если идет на улице дождь, мы будем заниматься. То есть и когда проходят люди, сразу такие глаза квадратные. То есть что это, с ума сошли, ребята занимаются. Но на самом деле скажу, есть изменения в наших ребятах, которые занимались когда-то. То есть какие изменения? Они, допустим, до воркаута болели очень сильно, кто-то болел. То есть вышел и сразу болеет. То есть когда начали заниматься, перестали вообще болеть. Это закаляет, уже, да? Это как да, своего рода поколение. А можете нам дать какой-то совет? Может быть, для кого-то очень далеко ехать в парк Марата Казея. Выйти вот к скамеечке. Какой базовый упражнение? У нас, кстати, есть уже хороший воркаут, как в нашем дворе. Взял лопату, разгребаешь снег для парковки, вот тебе воркаут. То есть какая-то разминка, да? Да, у нас вообще, если говорить, как у нас вообще проходят тренировки в парке Марата Казея. Вот пришел человек, новичок, ничего не умеет, вообще нулевой, вообще не знает, что это такое. То есть что мы имеем с этим человеком? Мы имеем понятие, что он не умеет подтягиваться, отжиматься. То есть и сначала мы начинаем как... Укреплять его связки. Но как укреплять? Это сначала разминка. В любом случае это 15 минут разминки, не меньше. Два часа, ты говорил, занятия, да? Да. И дальше мы переходим непосредственно к оценке его результата на данный момент. То есть сколько он сейчас без воркаута умеет и что предстоит делать. Вот как брать вариант Маргарита, когда пришла, она примерно делала с коленок 5 раз отжиманий. Это минимум. Хохочет. Сейчас что, больше? А Настя наша, вот, на что там? Есть что у нее потенциал, у нашей Насти? На самом деле потенциал есть у каждого, если он горит желанием начать изменяться. Но если человек присоединяется к нам, изначально вот были такие моменты, и люди так говорили, я приду у вас заниматься, но, Артем, я говорю, что я, наверное, ненадолго. Только, может быть, попробую. Сказала Маргарита. Слушайте, давайте узнаем, Татьяна ждет. Может быть, она как раз-таки в ваши ряды хочет записаться. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот прошло какое время после того, как я родила третьего ребенка, полгода. И пришла к лету, уже подошло такое время, думаю, надо уже приводить себя в порядок. Так. И в интернете я посмотрела для себя те упражнения, которые мне лично подходят,
которые мне не трудно выполнять, но которые мне помогут. Но я, например, не знаю, сколько по времени должна длиться тренировка. Я делаю, например, 3 раза в день, но по 10 минут. То есть, чтобы не очень напрягаться, но в то же время, чтобы какое-то усилие было. Ну, понятно, да. Ну, что, в чем ваш вопрос? Сколько должна длиться домашняя тренировка? А, домашняя тренировка, Артем? Или, может быть, Маргарита? Артем, скажем, как тренер. Домашняя тренировка вообще должна длиться, чтобы не сильно, понятно, свои мышцы напрягать. Это примерно 30 минут. Если, 30-40 минут для занятий дома, но лучше выходите на улицу, тренируйтесь на улице. Я еще, у нас минутка есть, хочу спросить, а есть соревнования по воркауту? Где-то друг с другом соревнуетесь вы? Это да. Развитие-то в спорте такое, да? На самом деле у нас соревнования сейчас будут проходить ближайшие. Это 1 апреля, называется «Силы братства», где приедут с России самые сильнейшие ребята и одна чемпионка мира 2017 года с России. Вот, на данный момент у нас формируются и планируются лекции по здоровому образу жизни проводиться. Это здорово все. Мы желаем вам всяческих успехов. И чтобы вы были сильнейшими. Да, пойдем попробуем занятия по воркауту. Да? Спасибо, что пришли к нам в наше телекафе. Завтра, кстати, не пропустите часик общения с нами, потому что ждем в гости российского актера. Евгений Стычкин придет в наше телекафе, расскажет, что у него нового произошло. Ну, а я вам желаю, будьте счастливыми. Все, что мне осталось вам сказать. Ну что, всего доброго. Спасибо, ребята. Каждое утро ты встаешь, чтобы прошел новый день не зря. Едешь, бежишь, идешь, несешь, кругом сплошная суета.